дорогие воины, дорогие танкисты, поздравляю вас с этим замечательным праздником Дня танкиста. От лица Русской Православной Церкви, от Арсеньевской епархии, от себя лично хочу вас искренне поздравить. Наше русское воинство всегда стояло на страже и своей страны, и всего мира. Мы знаем, что раньше появились стрелы, копья, автоматы, ружья, потом появились танки. Сейчас уже более сложные войны идут, ракеты, психотропное оружие, биологические. Но хотелось бы мирного неба над головой, хотелось бы мира и радости. Но чем крепче у нас оружие, тем крепче будет мир. Мы никогда никого не нападали, не завоевывали. Мы жили мирно и всех защищали. И поэтому, когда Россия крепка, когда Россия сильна, у нас есть все виды вооружений, и танки наши во главе, то мы непобедимы, и мы гаранты мира. Поэтому дай Бог нам нашей инженерной мысли мудрость, воинам крепость и духа русского, духа православного. Воинство есть небесное, воинство земное. Верующие люди молятся за нашу страну, за весь мир, а наши воины защищают на полях сражения Россию и весь мир. Поэтому Божьей вам помощи и еще раз с днем танкиста!